Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбра, и это последняя серия прохождения за Сталинград. Это эпилог. Итак, единственный наш враг, который остался в этом мире, это Лига Ужаса. Потому что остальные страны, можно сказать, под нашим влиянием. Разве что вот Минотавры, но они какие-то совсем уж изгойные, так сказать. Альянс еще этот возглавляют, который мы уничтожили. Не хотят с ним расставаться, видимо. Сейчас нам необходимо победить Лигу Ужаса. У нее 362 дивизии, у нас 188. Но качеством нужно будет их взять. Также у нас кораблей сейчас очень-очень много стало. Я вот их вывел вот сюда, вот потому что все-таки ресурсы жираются. Нам это уже все не надо, а фабрики не могу, чтобы лежали пустые. Хочу все сразу задействовать. Не могу, чтобы они просто валялись у нас. Давайте поднимем еще вот так вот. Пришлось разделить на два флота у нас, потому что ну слишком много кораблей. Не могут в одном борту столько стоять. Так, здесь он без этого, без картиночки, так что не думайте. Ну чё, давайте-ка их кинем, наверное, вот сюда вот. Хотя, какой смысл, у Лиги Ужаса кораблей нет. Но все-таки бомбить с моря они могут. У нас такое огромное производство, что мы можем тупо эсминцы не делать. Эсминцы делают, чтобы поддерживать крупные корабли, и чтобы они брали атаку на себя. Но с такое большое производство, что мы можем делать крупные корабли, которые защищали крупные корабли. Так что можно, в принципе, даже здесь и поменять. Почему бы и нет? Линкор. Линкор. А давай линкор, господи. Конечно, вон, долговато они делаются. А, да, все-таки ресурсы. Ну, понимаете, нету больше ресурсов в мире, мы все их выкупили. Чтобы как-то больше ресурсов получить, нужно строить еще кучу инфраструктуры. Я уже заколебался это делать. Серьезно. Ладно, уже не важно. Уже это совсем не важно. Нам сейчас нужно будет объявить им войну. Вот так вот у нас, конечно же, не получится. Потому что ждать 16 тысяч дней, 16 410 дней, это очень-очень долго. Поэтому я читерну. Вот таким вот образом мы можем, опа, нажать объявить войну, призываем союзников и вперед. Хотя, может, был чисто один на один. Ну ладно уж, призвали. Так, ну, за читы вы сами были согласны. Это эпилог, тут можно было так сделать. Так что не надо, все были согласны. Я ни одного, который был против, не нашел. Поэтому все, объявляем войну, и у нас здесь проблемочка. То есть наши дивизии очень сильно истощаются. Я уже очень много дивизий увел, но все равно пришлось две армии оставить, и они, блин, все равно истощаются. Инфраструктура полностью здесь улучшена, посмотрите. Это самый развитый регион вообще. Понимаете? То есть наши территории не такие развитые, как захвачены недавно. Зато ресурсы, кстати, ну, такой себе, конечно. Ну, тоже неплохо, в принципе. Нужно строить, короче, морскую базу, потому что именно через них мы получаем снабжение. Ну, десятки, видимо, ни одной не хватает, строим еще одну. Ну, ладно, короче, не суть. Будем сражаться даже вот этим вот. Наполовину боеспособными дивизиями. Так, ну, ага. Конечно, конечно. Так, наши корабли там скоро уже будут готовы. Они нам будут помогать с берега. Совсем чуть-чуть, потому что здесь мы вряд ли будем сражаться. В основном, конечно, здесь все происходит. Так, они здесь столпились, и как мы будем поступать? Самолеты, я вам самолеты-то не показал. Вот. 300 тяжелых бомберов, истребителей 1000 и тактических бомберов 400. Уф, давайте мясо устроим. Ядерные бомбы. Вперед. Как же это больно. Сколько они? 500 000 они уже потерять успели, вы прикиньте. Это просто издевательство над ними. Я даже атаковать не хочу. Серьезно, мне их жалко. Они только что потеряли 500 000 населения своего. Сколько у них всего? 2 000 000. Они еще дивизии подводят. Ё-моё. Так, Союз Штатов Юга стал доминионом. Блин, вот мы тянем, конечно. Надо делать что-то с этим, но мне как-то лень даже. Пусть, ладно, доминион будет. Но они, блин, получают все больше и больше самостоятельности, это фигово. Это вот я не совсем люблю в марионетках. Они в итоге борзеть начинают. Конечно, их там можно было как-то успокаивать, отсылая там им ленд-лизы, строя что-то. Хотя я дофига строил на твоей территории. Слушай, у тебя нефти было, знаешь, сколько? Я нормально тут строил. Но теперь мы не можем строить. Это капец просто. Доминион — это, считай, независимая гадость, которая будет мешать здесь. Ну что, падла, запросишь независимость, мы вас всех гады присоединим обратно. Только попробуйте. Ну вот разве что Эквестрия это слабенькая. Ей что бычить? Ей ничего. Опа, что это получила? Военный план сделала. Ух. Мировая революция, да-да-да.
Так, ну что, это еще дивизии подвел, видимо. Ой-ой-ой. Ну слушайте, это как-то слишком легко, что ли, ядерки использовать. Ну серьезно, ребят. У нас их реально дофига, и мы можем тупо закидать здесь все напрочь, она как Япония. Еле дышать будет. Вряд ли, конечно, она сдастся, потому что механика не позволяет. Хотя, если вот в оригинале побомбить вроде Японию, то она сдастся и без высадок. Если я не ошибаюсь. Вот, здесь я не думаю, что такое реализовано. Мы сможем снизить уровень автономии субъекта. Кого снизить? А, Грифоник Социалистических Республик. А, мы вас. Ох, кстати, у тебя нормальная дивизия. И 8000 самолетов, так вот ставить их здесь негде. Так, ну хорошо, и понизили там чуток. И можем, наверное, скоро их и аннексировать. Ну, это, конечно, постараться нужно. Можно взять кое-что. Подготовка армии, нафиг нам надо, а? Вот можно взять тупо вот это вот сейчас покажу. Вот, подавление субъектов, и все, и потихоньку их присоединять. А доминионы проще просто уже добить до независимости и захватить. Ладно, как я уже говорил, атомки не хочу я использовать. Это слишком просто. Слишком просто. Давайте вот так вот делать. Хоп-хоп. Ну, они на самом деле крепкие, вы поглядите. А, нет. Крепкие, я что-то смотрю, маленькое число здесь, и как-то... Ну, ладно. Короче, крепкие, вот и. Они же пошли по численности. Хоть они здесь и не истощаются совершенно, в отличие от нас, но мы сейчас фронтик расширим, расположимся здесь, и все будет просто великолепно. Я даже не хочу котлы делать, потому что слишком просто будет. Хотя можно здесь сделать один. Может, ну такой можно сделать. Повидали. Они тупо не успели убежать, ё-моё. Мы их так быстро захватываем, что они убежать не успевают. И без котлов просто... Догоняем их быстрее, чем они отступают. Так, и ты повышать там что-то будешь. Надо плевать, короче. Вот. И без атомок, спокойно. Хотя, если бы они пошли по шабашу крови, и при этом численность была бы такая же у них, это, возможно, бы... Да нифига, мы бы все равно бы так легко бы их захватили. Даже без атомок, серьезно. Это вообще изи. Конечно, мы использовали чит, если чуток подождать, хотя они к этому году уже должны и сами нападать уже на все остальное. Так что я не думаю, чтобы что-то сильно отличалось, чем мы просто подождали, пока они посильнее разовьются. Я не думаю, что это бы сильно им помогло. Хоть у них было бы 1000 дивизий, мы бы их и без атомок, ну, постарались бы, но продавили. Сколько у них там потери? Ё-моё, мы потеряли всего лишь 2000, а они 3 с лишним миллиона. Но у них трупы, у них как бы трупы, но все равно... Так, помогают с моря, с воздуха. А, ну блин, чтобы с моря помогали, их нужно расставить рядом, чтобы стояли. Постоянно их дергать, возить туда-сюда, мы и так справляемся без того. Что-то я забыл, что их нужно поставить, чтобы они тупо стояли на месте. Так, еще 10 ресурсов качаем, ну там уже конец, как бы, блин, ресурсы могут тупо закончиться скоро. Просто взять и хопа. Разве что вот так вот нефти можно получать. У нас нефти хватает. А вот с остальным, конечно, проблемка. Какой же это котел был? Оф. Ну вот и все. Ну вот и все. Смотрите, что я хочу сделать. Захватить эту красоту и... Сделать себя марионеткой. Конечно, я бы мог бы и Арктурианский орден выделить. А хотя, подождите, нет. Ну это же круто. Орден сделать коммунистическим. Вы прикиньте. Орден религиозный и коммунизм. Класс! Я хочу. Я хочу, подожди. Сателлит... Давайте, знаете, как сделаем? Сателлит это круто, но давайте мы здесь, наверное, чуть-чуть сами это захватим. Вот это вот давайте-ка мы захватим. Оп-оп-оп. Может, конечно, не так некрасиво. Давайте вот так вот сделаем. И марионетка. Нет, сателлит и марионетка. Хопа, хопа. Так. Давайте-ка посмотрим, кто правитель. Ага. Окей, совет фермеров. О, вот тебе... Социалистическая просто республика. Подожди. Что? Социалистическая республика социалистических социалистов. Они просто орут. Да. Ну, разве бы, наверное, предполагали, что мы в Ордене проведем коммунизм. И будет не круто, если он будет называться Орден. Название, наверное, придумать не смогли, а решили постебаться и, короче, сделали вот это. СРСР. Господи, это просто гений, ребят. Респекту. Подожди. А он исчез. Ну,
Секундочку, пересмотрю запись. Блин, а реально? Вот мне писали в комментах то, что нельзя лягушеса замаринить никак. И я почему-то думал, что это какая-то фигня. Как ее, в смысле, замаринить? Ну, в смысле, опа, и замаринить, в чем проблема? А вот оно как, нельзя все-таки. Оно автоматом приелось к нам. Тупо присосалось и все. Ну, в общем, все как бы. Это коммунизм во всем мире. Единственное, что осталось, это вот починить эти страны. Но вы серьезно, как они будут нам сопротивляться? Это просто, я не знаю, такая легкотня будет, что если мы вон уничтожили 3 с лишним миллиона, там по 4 миллиона, и потеряли всего 2000, это как? Так что, ребята, все остальное берется очень легко, тупо угрожаешь атомным оружием и... Все страны потом присоединяются в Эквестрийский союз, вот это все дело, это потом можно или довести до независимости и заново присоединить, но уже полностью, либо же аннексировать тупо там строя, отправляя ленд-лиз туда-сюда, вот это вот, ну вы знаете, понижая автономию и вот через фокус. Мы можем здесь что-то сделать? Давайте-ка это погромче сделаем. О. Так, ну это мы знаем. Речь о войне против вот этого вот государства, серьезно. Он же наша марионетка. Ну, можно еще вот так вот, конечно, делать. Вот, вот так вот. Это даст нам некоторое количество ресурсов, но все равно это не исправляет того факта, что ресурсы в мире заканчиваются. Их просто-напросто не хватает. Но я думаю то, что когда весь мир — это одна страна, проще как-то скоординироваться и решать глобальные проблемы, чем когда все разобщенные думают только о себе. Это лично мое мнение. Ну что ж, спасибо всем большое за просмотр. Это уже все, самый-самый конец. Спасибо всем, кто смотрел это прохождение, поддерживал меня от начала до конца советами, просто лайками, подпиской, комментариями на ютубе и в самой группе. Ну что ж, с вами был Эмбра. До встречи.